В здоровом теле здоровый дух. Под таким лозунгом прошла открытая тренировка общественной организации «Русский характер» с учениками Люберецкой школы номер 2. О спорте и силе наш следующий сюжет. Никаких вредных продуктов, а только здоровое питание и спорт. Вот залог хорошего самочувствия и настроения. Общественные организации «Русский характер» знают, что нужно, чтобы чувствовать себя на все 100, и привлекают к спорту все больше и больше людей. В рамках программы «Спорт каждый двор» совместно со спорткомитетом мы уже на протяжении почти полугода делаем зарядки на дворовых площадках. Но сейчас, ввиду погодных условий, мы переместились просто в школу. Гнули арматуру, сковороду, надували грелку. За силовыми возможностями гостей дети наблюдали с интересом. В составе общественного движения «Русский характер» около 200 участников, спортсменов разной направленности, для которых спорт – это не просто периодические занятия, а сила, мотивация и жизнь. Есть такое понимание, слабость есть сила. Да? Я стараюсь всегда донести людям то, что никогда не нужно сдаваться, да, даже если очень тяжело и что-то не получается, нужно идти до конца. То есть у меня такая подача в своем шоу, подача силы характера, силы воли духа. Помимо элементов силового шоу, представители организации провели с учениками тренировку, научили детей некоторым упражнениям и поиграли в любимую игру «Выбивало». Эмоции, полученные от встречи, дети не скрывали. Ну, было очень круто, вообще весело очень. Многими замечено, что с каждым годом интерес к спорту увеличивается. И эта тенденция не может не радовать, ведь спорт – это выбор сильных и целеустремленных людей. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.